Добрый день! В новом климатическом сезоне 2015 торговая марка Timberg продолжает расширять ассортимент накопительных водонагревателей. И наряду с рестайлингом существующих выпускает 7 новых серий приборов, таким образом предлагая своим партнерам и покупателям максимальный выбор в этом сегменте техники. Одной из самых интересных новинок сезона стала серия приборов Grand Pro. Накопительные водонагреватели Timberg Grand Pro – это новое слово в дизайне водонагревателей. Внешний вид приборов разработан лучшими промышленными дизайнерами Timberg с учетом последних тенденций в отрасли. Противовес классическому сочетанию черного и белого, в экстерьере водонагревателя Grand Pro используется более мягкая цветовая палитра. Сочетание идеально белого корпуса и светло-бежевых элементов панели управления и крышек бака не оставят вас равнодушными, а сам прибор, благодаря своему дизайну, прекрасно впишется и дополнит интерьер любой ванной комнаты. Внешний корпус водонагревателя изготовлен из высококачественной стали марки SAS-304 толщиной 1,2 мм и покрыт сверху белоснежной матовой эмалью. Благодаря стальному корпусу эксплуатация водонагревателя будет действительно долгой, безаварийной, а внешний вид водонагревателя выше всяких похвал. Крышки водонагревателей Timberg Grand Pro выполнены по новейшей технологии Hidden Force. В процессе сборки приборов на производстве крышки не одеваются на основную часть корпуса, а монтируются с помощью вальцовки, что позволяет сделать конструкцию более жесткой, избежать появления щелей, необходимости использования видимых креплений и делает внешний вид прибора более эстетичным. Также неповторимым и интересным дизайн прибора делает отсутствие каких-либо видимых швов на фронтальной панели. Она абсолютно монолитна. В то же время такая конструкция крышек все так же позволяет обслуживать внутренние резервуары без отключения прибора от водопровода. Все швы прибора сварены по технологии TIG в рагоновой среде, а внутри резервуара устанавливается увеличенный магниевый анод. Все это гарантирует долгий, максимальный срок службы бака и исключает возможность протечки. Эффективную работу, быстрый и ровный нагрев воды в баках обеспечивает высокопроизводительный сдвоенный нагревательный элемент, максимальная мощность которого 2000 Вт. Благодаря конструкции TENA у пользователя есть возможность выбрать один из трех режимов мощности. Отдельного внимания заслуживает панель управления прибором, которая создана по эксклюзивному дизайну разработчиков Timberg. Она красива, эргономична и интуитивно понятна пользователю. Внешне ее часть выполнена в пастельных тонах и идеально гармонирует с цветом водонагревателя. Ручки переключения мощности и терморегулятора очень удобны. С их помощью пользователь может установить необходимую температуру и выбрать один из трех режимов работы TENA. Экономичный – 800 Вт, оптимальный – 1200 Вт или экспресс-нагрев – 2000 Вт. Двухуровневая световая индикация подскажет, в каком режиме находится водонагреватель в данный момент. Голубой – водонагреватель подключен к сети, красный – идет нагрев. Также, только взглянув на панель управления, вы можете узнать текущую температуру воды в баке. Большой LED-дисплей всегда покажет вам эту информацию. Расширяя направление накопительных водонагревателей, торговая марка Timberg дает возможность своим партнерам и покупателям свободно сделать выбор практически в неограниченном ассортиментном предложении. Делайте свой выбор, ведь Timberg – это умный выбор.